Батюшка, проходите, батюшка. Идите, все мы, и очистим от церкви смертной, и спаси вас, душу нашу. Також хочу поздоровити всіх з наступаючим святом святителя Николая. Хочу побажати, щоб дійсно кожен із нас вірив у то чудо, у той праздник, вірили, що все-таки святий Николай до кожного прийде і кожному принесе той подаруночок, кому подаруночок, кому різочку. Є такі чи нема в нас? Нема? А може є? Нема, да? Всі чекають подарунки. Ну, я думаю, що до кожного святий Николай прийде. Він любить кожного із нас. И каждому из нас принесет подарочек. И потому сегодня главная задача, конечно же, наших детей растить в духе православия, любви к своей родине, к своему родному селу, с уважением к своим родителям, преподавателям, потому что мы одна огромная большая семья дружная. И сегодня, конечно, мы приготовили вам массу подарков. Сегодня мы вручим вместе с руководством сельского совета, с батюшкой. Здравствуй, зайка, друг мой верный. Непростой сегодня день, но мы, как всегда, справимся. Ой, ты чего? Ты кто? Я же Николай. Кто? Ну, для всех я дед Николай, а на самом деле я святой Николай. Еще.